Носители этого имени – отличные семьянины и хозяева дома. Они гостеприимны, любезны, высокоморальны, твердо придерживаются своих принципов и хранят верность супругам. Главные качества этой личности – любвеобильность, романтичность, сентиментальность, душевная щедрость, тяга к прекрасному. Самым важным для этих людей, безусловно, является благополучие семьи, а наивысшим счастьем – тепло домашнего очага. В личных отношениях они зачастую излишне сентиментальны и склонны к долгим поискам своей судьбы. Для человека с буквой О в имени характерна богатая интуиция, которая помогает выявить уготованную им цель. Человек способен наметить неприступную вершину, покорить ее и, не раздав всех интервью и автографов, отправиться на штурм новой, где ему ничего не знакомо. Буквенное значение имени во главе с буквой А означает силу духа и стремление к успеху во всех сферах жизни. Если этот человек чем-то увлечется, то может даже пойти на глупый риск. Эти люди обладают творческими способностями, любят неожиданности и нестандартные ситуации, которые привыкли решать с помощью логики. Они могут работать в любой сфере, если их заинтересует профессия. Это умы, стремящиеся к обобщениям, желающие постигнуть действительность в ее целостности. Данное имя связывает с красотой, парадностью и в то же время замкнутостью и ограниченностью из-за звука «Д». Если этот человек занял у вас денег до получки, не волнуйтесь, он вернет их совершенно точно в срок. Буква «Д» в этом имени не со всеми звуками удачно сочетается и вызывает в сознании настороженность, что приводит к сложностям во взаимоотношениях. Буква «Л» в этом имени придает личности артистизм, богатую фантазию, литературные способности. Буква «С» в этом имени означает здравый смысл. Звук «Л» говорит о сильно развитых родственных чувствах. Эти люди довольно открыты, но в то же время бывают переменчивы. Буква «О» таит в себе энергичность и отзывчивость, упрямство и доброту. «Р» – резкий звук в этом имени. Для чувствительных людей может показаться неприятным, особенно если он произносится твердо. Они умеют отстоять свои взгляды, но стараются избегать конфликтов. В любви часто капризны и нуждаются в человеке, способном управлять отношениями и принимать противоречивый характер партнера. Основная буква «А» в этом имени хорошо сочетается с другими звуками и не создает сложности в произношении. Поэтому у владельца не составит труда найти много друзей. Просто иногда им лень найти новых друзей, так как они уверены, что по первому щелчку могут собрать большую компанию. У этих людей в голове всегда полно идей. Буква «И» в имени говорит о неполноте и чуждости. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.